А что происходит-то у вас? Сейчас расскажем, пойдем в шайку. Происходит незаконное проникновение на крышу, и нам установили вот этот баннер, да, что вот он недовешен, я не успела. Ну, это очевидно, что недовешен, мы видно, что там берут. Вот на... До конца сверху, они, ну, чтобы вы работали на крыше. Собственники не давали. Понятно. И, они подошли, срезали, срезали замки, проникли сейчас на крышу сфотографируем и стали вот вывешивать баннер. Понятно. А они это кто? Это Мурманское рекламное бюро. Это я уже не говорю, что вы выдали это разрешение незаконно. Это, и вы это знаете. Это и мы, у нас оспаривается ваше разрешение в суде. Это тут же. Доступ к зданию ему никто не ограничивал, не запрещал. В чем проблема? Вы настолько муниципальный служащий некорректный. Завтра у нас суд состоится 30 числа по поводу незаконного договора и этого разрешения на рекламную конструкцию. И поэтому Мурманское рекламное бюро хочет именно сегодня повесить этот баннер. Цена вопроса один день. Один день. И мы сказали, мы согласуем, мы не будем препятствовать. Если действительно признают, что разрешение это законное, мы препятствовать не будем. Цена вопроса один день. Не нужно срезать замки. Не нужно врываться. Вот согласитесь, ну по-человечески нужно отнестись к ситуации. Вот смотри, их вообще нет. Вот спилено. Видишь? Спилено. Вот на одной половинке достаточно было спилить. Нет, ни замков, здесь цепь висела. Замок. Отпечатано было здесь. Этого ничего нет. Заходите. А самое-то главное, где? А Сергей Николаевич уехал? Нет, здесь он. Здесь он занят, он с кем-то консультируется. А, понятно. Что они сейчас пригонят сюда вышку. Администрация поехала сейчас решать вопрос с вышкой. А, довешивать типа будут? Да. Вышка здесь не встанет. Сюда нужна вышка, как не надо. Ну вот, видимо, еще одно решение появилось, которое вот. А можно на крышу подняться? Можно. Давайте поднимемся. Давайте. Я хоть это дело сверху посмотрю, как выглядит.